Не успела отгреметь история с пожаром в ТЦ «Мегахимки», как в 9 часов утра 12 декабря загорелся строительный торговый центр «Стройпарк» в подмосковной Балашихе. Официальной причиной называют короткое замыкание электропроводки из-за осадков. По версии МЧС, пожар начался на площадке перед торговым центром, а после распространился на само здание. Как сообщают источники РБК, пожар начался под навесом, где хранился пенополистирол. А вот данные о площади пожара различаются. По версии РПК, огонь распространился на площади 9000 квадратных метров. А вот по версии пресс-службы МЧС, транслируемой Интерфакс и другими, площадь пожара составила от 500 до 900 квадратных метров. Впрочем, и тот же Интерфакс в части своих передовиц сообщает о тех же 9000 квадратных метров. Однако уже в 12 часов по Москве появилась заметка, скорее всего проливающая свет на причину такого разночтения. Как сообщается, в здании ТЦ обрушилась кровля на площади 900 квадратных метров. В час дня тушение пожара было завершено. Офигеть.